Ну что, друзья, вот мы прибыли в аквапарк. Вот здесь прикольно, посмотрите, как отдельный городок. Похож вот такой, техасского стиля, может быть. Я не знаю, там, такого европейского стиля. То есть кафешки, там какие-нибудь перекусочные, магазины. А вот, кстати, сам аквапарк. Сейчас мы в него и направляемся. Что там будет, я покажу. Кстати, вот посмотрите, если видно, вот эта башня, это не башня, это карусель. То есть вы туда садитесь, и вас со скоростью 96 километров опускает резко вниз. Капец. Но я не буду кататься, честно. Друзья, вот мы в самом парке. Арафой Владустор. Офигеть, короче. Здесь детская зона. Еще детская, там взрослая, горки, американские горки. А вот это, кстати, карусель, который я говорил, башня. Прикиньте, с высоты вас спускают вниз. Не, я не рискну на такое. Смотрите, красота какая. Что, сейчас пойдем купаться. Водичка вроде чистая, как сказали, здесь стоят фильтры, очистители. Вот такое у нас красота. Там уже идет детский парк развлечений. Там карусели. Ну, это отдельно, короче. Вот, смотрите, утка. Вот это красота, смотрите. Да. Что сказать? На чили, на расслабоне. Ребят, вот, короче, отдыхаем. Вот такой бассейн. Вода теплая. И вот посмотрите, вот сколько горок. Супер, освежает. Короче, ребят, здесь очень много горок. Прям летят некоторые со скоростью. Вот это вообще. Не дала. Ну и вот это самая прикольная зигзаг-карусель. О, орут уже. Че, как ощущения? Друзья, вот вышли мы из аквапарка, а теперь, пожалуйста, уберите своих детей немножко подальше от экрана, потому что мы идем в детский мир, короче, карусели, игры и так далее. И посмотрите на вот это чудо, оно сейчас просто нас вымотает, я имею в виду про дочь. Ну что, друзья, заходим в эту сказку, точнее, мир детских мечтаний. Ну что, друзья, идем дальше. И еще раз повторяю, уберите детей от экранов. Это детский рай. Ну, не только детский, тут и взрослые, походу, уже катаются. Вот такие карусели, смотрите. Вот такие карусели. Смотрите. Вот. И вот такой красивый закат, смотрите. Да. Так, мега-дроп, детские аттракционы, сплэш. В Эрзон. И Эрзона оказалась тоже. К полету готов. Страшно, да? Все, назад по тени. Вадиму чуть-чуть не страшно. Вот, да ты пожалеешь. Она не откроется? Я походу пожалею, что я сел.
что, готовы? Да, готовы? Учитывая, что мы пикировали на самолете бишкек. Что, друзья, вот там вторая цвета. Она немножко выше. А что, а не так страшно? Что не так страшно? Как это не так страшно? Страшно в том, что у меня мокрые ноги. И... Так, готовимся, одеваем капюшон. Готовимся. Крепко меня держи. Сейчас будет. Чего она так резко делается? Мы перевесили вперед. Друзья, это просто непередаваемо, короче. Все, кто будет на Мангане, попробуйте. Советую. Просто классно. Ночной жор у нас. И вот приехали в такое место, где здесь жарят, короче, сазана. Смотрите, вот живая рыба прям сразу. Встают. Сразу вам говорю. А? Вот сразу вам ловят. Вот так вот, смотрите. Вот такая красота. Вот это сейчас будет жариться. Прикольно, да? Ну что, друзья, пожарили нам рыбку. Короче, мы попросили двух видов. Это обычная жарка, это жарка в соусе. Давайте пробовать. Рыба сазан. Смотрите. Прожаренная. Прикольно. Чувствуется, рыба свежая, пойманная. Только что, но вкус прикольный. Давайте попробуем теперь соус. Кстати, в соусе очень прикольно. Здесь чеснок, как я понял, томат. Классно. Ребят, очень вкусно. Советую. После выезда из Андижана, по-моему, да, из Амангана. Да. С правой стороны здесь много очень кафешек. И вот рыбу вот такую жарят. Рыбы там два вида, толстолоб и сазан. Вот мы заказали сазан. Блин, реально вкусно. Очень.